Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Yeah.
никогда.